Последнее воскресенье ноября в России отмечают один из самых теплых праздников, посвященный самым близким и дорогим сердцу людям – нашим мамам. Международный день матери. Сегодня глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов в торжественной обстановке поздравил многодетных матерей нашей республики. С праздника, Дарья Тандит. В рамках празднования Дня Матери глава республики по традиции наградил многодетных матерей нашей республики почетным знаком «Материнская слава» за достойное воспитание 5 и более детей. А также были отмечены семьи, в которых есть те, кто сейчас защищает нашу родину в зоне СВО. Мамам вручили ценные подарки и букеты цветов. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов тепло поздравил собравшихся, пожелал всем счастья, семейного благополучия и мирного неба над головой. Большие дружные семьи, где растет здоровое поколение, залог единства народов и гарантия процветания нашей Родины. Каждая мама достойна самого глубокого уважения, ведь вы отдаете все силы для того, чтобы вырастить достойных людей, воспитываете будущее нашей республики и нашей страны. Дорогие мамы, примите слова благодарности, любви и уважения. В торжественном зале было празднично, волнительно и трогательно. Для приглашенных мам играла живая музыка, а с чередой награждений выступили артисты с проникновенными песнями о маме. Не молитвы ты шептала, их в разлуке так мне не хватало, Бог храни тебя. Мария Ганченко – мама многодетной семьи из поселка Орджоникидзевский. Мария рассказала, что быть многодетной мамой ей не сложно, а уже привычно. За 17 лет совместной жизни с Сергеем Ганченко у них 5 сыновей, без которых свою жизнь они не представляют. Мария поблагодарила главу нашей республики за достойную награду и за оказанную помощь. Я получила медаль «Материнская слава», так как у меня 5 детей. Да, все было очень красиво оформлено. Благодарим за оказанное внимание, за оказанную поддержку нашего главу Тимрезова Рашида Бориспиевича. Всем здоровья, мирного неба над головой, всех благ, процветания. На протяжении всего мероприятия звучали добрые и теплые поздравления мамам. Материнская любовь – неиссякаемый источник силы и надежды. Мама у меня самая добрая и самая красивая. Она понимает в любой момент и может поддержать словами и действиями. Поздравляю с праздником, с Днем Матери, своей мамы. Я ее люблю очень и желаю ей счастья и здоровья. Дарья Тендит, Ренат Муков, Вести Карачаево-Черкесия.